Всем привет! Вас приветствует канал «Помощник на кухне» и с вами сегодня Маруся. Но я сегодня ничего готовить не буду, будет готовить моя дочь. Она приготовит сосиски в тесте. Давайте посмотрим. Для выпечки сосисок в тесте нам нужно само дрожжевое тесто, мука, молочные сосиски и яйца для смазывания сосисок при выпекании. Предварительно на доску для раскатки теста мы насыпаем муку для того, чтобы тесто не прилипало. Выкладываем тесто, разминаем тесто, делаем в виде колбаски. Колбаску разделяем пополам, убираем одну часть, вторую продолжаем раскатывать. Раскатываем колбасочку нашу. Разделяем на три части нашу колбаску. Убираем одну часть. Раскатываем ладошечкой по кругу, чтобы немного тесто у нас в лепешечку превратилось. А потом уже раскатываем прямоугольную форму, чтобы тесто у нас остатки не оставалось у себя и на себя. Потом в бок выдох. При этом предварительно каждый раз после раскатывания переворачиваем. На себя, вот себя. Так что получилась у нас прямоугольная форма вытянутая. Потому что нам же доски были широкие. Ну, вечерочные. 30 сантиметров сумма, чтобы можно было всю сосисочку нам вернуть. Когда чувствуем, что тесто прилипает, немного его присыпаем. Теперь разрезаем ориентировочно от 1,5 до 2 сантиметров нашу. Берем сосиску, нашу полосочку, и чтобы уголочек смотрел вниз, чтобы полосочка его развернулась, потом у нас бара спустилась, и заматываем. Нашу потом уголочек прячем на полосочку. Я выпекаю на форме подноса, при этом накрываю бумагой для выпечки или фольгой, чтобы у нас сосиски не подгорели. Вот наши сосиски готовы к выпеканию. Перед выпеканием нам нужно разбить яйца. Взбиваем. Взбили в однородную массу, смазываем яйцом нашу сосиску в тесте. Я более густо смазываю, чтобы более сочно и все пропекалось. После смазывания яйцом наши сосиски в тесте отправляются в духовку. Прошло 20 минут, наши сосиски уже практически готовы. Мы их выпекали при 180 градусах. Через пару минут, сейчас дойдут, можно будет доставать. Наши сосиски готовые, можно их доставать. Приятного аппетита всем. Пишите комментарии. Не забывайте поставить лайк, если вам понравилось наше видео. Если не понравилось, поставьте дизлайк. И обязательно нажмите на колокольчик, чтобы получить оповещение о наших роликах.